Здравствуй, сержант. Здравствуй, лейтенант. Бадалай. Здравствуйте. Бадалай, проходи, прошу вас. Все, что видишь вокруг, это все я сделал сам, своими руками. Вот так и живем. И воюем. С начальством из-за сметы, с браконьерами, из-за рыбы и дичи. Без особых побед. И конца моим воинам не видно. Людей не хватает, егерей нет. Есть, правда, еще у меня одна война. Ну уж тут без поражения не обойтись. Тут закон природы против меня. Вот она. То ли горе мое, то ли радость моя. Была у меня дочка. Но подросла, появился какой-то браконьер из Литвы и увел. Спасибо, еще хоть внучку оставил. Ну и это подрастает. И уже хулиганит. Дедуся, Лену нельзя ругать. Лена внучка. Правильно, внучка. Возьми орешки. Ну, увезут, и я опять один. Вот недаром многие люди говорят, первый ребенок – последняя кукла. А первый внук – это первый ребенок. Эй, хоть бы еще кто-нибудь одного подкинул. Куда там говорят? Мы не какие-нибудь. Цыгане, да? Только, как видишь, и цыган не лучше их. Ни детей, ни семьи. А ты надолго в наш край? Не знаю. Возьмешь на работу, могу быть надолго. Не то слово возьмешь. Не то слово оторву, друг ты мой. Только понимаешь, все должности какие-то такие второстепенные, подчиненные. Ну ты что? Ну ты мой начальник, лейтенант. Был. Ну тогда егерем. С сегодняшнего дня. Даже старшим. Младшим. Даже самым младшим. Ненадежный стал я какой-то. Что с тобой, Бадулай? Может, жениться тебе? Может быть. Рыбу убивают. А что я могу? Ну что я могу с голыми руками? Попугать только и все. Может, милицию позвать? Ну и что? Они же знают, что мы стреляем в воздух. А они, если их прижать, они уже бьют по нас. И не сомневаются. Гады опять глушат рыбу. А ну-ка, пойдем. Разве я егерь сегодняшнего дня? Подожди.
пионеров идете ловить? Ну что, пошли. Но только сейчас будешь меня слушаться, егерь. Слушаюсь, товарищ охотовед. Ну так, погоним браконьеров и милицию заодно разбудим. Взять, думаете, или как? Да. Ну и слава богу, от греха подальше. О, посмотри, как на пикник устроились. Сволочи. Гранаты ихние, самоделки. Рыбу глушат. А что, если мы этих рыбаков угнем? Положь, положь, положь. Разорвет. Я думаю, их надо взять все-таки. Слушай мою команду, сержант. Слушаю, товарищ лейтенант. 10 метров туда. Есть. Бросай оружие. Стой! Бросай оружие. Оружие! Руки вверх! Стоять! Не подходи. Не лезь, убью я тебя, сказал. Уйди, легавый! Брось оружие! Уйди, гад! Уйди! Уйди! Благодарю вас. Возьмите. Спасибо. Пошли. Ты прости меня, лейтенант. Но взять егерем я тебя не могу. Под пули не могу. Осмотрись. Не можешь. Ты лезешь под пули, под выстрелы. Ты это понимаешь? Понимаю. Ну вот. Лезешь глупо, бессмысленно. Бессмысленно. Ну вот, видишь. Извини, лейтенант. Хорошая была фуражка. Нет. Кто была лучше? Твоя слишком парадная. Как живешь, Станислав? Как на передовой?
машинам! Равняйсь! Смирно! Вольно! По местам квартирований! Разойдись! До молодого вина-то доживем, как думаешь, а? Доживем, обязательно. Привет артиллеристу. Здравия желаю. Большой стал. Казак. Федор не дожил. Жалко. Здравствуй, Кать. О, Ванек, здравствуй. Как жизнь? Жизнь только держи. Как мать? Своим квартирантом довольна? Почему ты своим? Ну как? Его сельсовет на квартиру поставил. Как и вашего. Да вон он. Ну вот, я и говорю, что я, например, довольна сельсоветом. Вольно, курсант. Можете быть свободны. Есть. Ну, пошли, что ли? Петровна, здравствуй. Здравствуй. Петровна, приходи как-нибудь со своим вечерком, чайку попьем. А у тебя все свое на уме. Ну, чем богаты, тем и рады. Да пошла. Ты только посмотри, живописная какая, спелая. Ну, что подумаешь. Служиться надо старше. Привет, Игорек. Мама дома? Нет. А ты у него дом бывал? Твое какое дело? А у него дом или квартира? Какая у тебя разница? А он один живет? Или еще какая? Приходящие. Ну, там стирать, готовить. Тебе-то что? Значит, лапшу с сыром каждый день. А ты откуда знаешь? Да не ты один у него дом-то бывал. В однокомнатной квартире на 4-м этаже. Ну и не только твой Игорек, у него все курсанты перебывали. Значит, любит. Молодежь. А что тут такого? Детей. Очень даже хорошо. Хороший дедушка будет. Ты что, у него же своих детей нету? Детей, случается, чужих берут. Приданные. А внуки-то они всегда свои. Ты про что? Я говорю, каблучки шикарные. Ну ладно. Хуторские бабки языками чешут. А ты-то что? Ты что, мать не знаешь? Да и полковник не такой, чтобы... Чтобы что? Ну что я такого сказала? А я тебе говорю, не было и нет. Но это еще не значит, что ничего невозможно. А я тебе ручаюсь. Что здесь такое? Всем можно. Кому это интересно знать можно? Допустим, хоть генерал-полковник. Да. Тебе, например, можно? Виолетта, Виолеточка. Будто розовая веточка. Ну, Игорь, ну трепло. А еще офицер называется. Болтун, находка для шпиона, ты ему так и скажи. Сам ты находка. Дал мне свою гимнастерку стирать и забыл фотографию из кармана вынуть. Скажи еще спасибо, что я ее на стиральной доске не умыла. А волосы у нее свои или крашеные? А вообще ничего, симпатичные. Одобряю.
Добрый день, кого не видели. А Клавдия Петровна, значит, отсутствует пока. А вы хорошо выглядите, товарищ полковник. Благодарю вас. Вам стаканчик или вазочку? Нам тарелку и нож. И помидоры, и огурцы. Сейчас хозяйка с работы придет. Так к ее приходу салат сготовим. Курсант боевое задание, масло подсолнечного. Есть. А вас, Анна Федоровна, прошу, пожалуйста, сварите парочку яичек крутую. Хорошо. Ух уж эти утки. Даже в воскресенье не отпускают нашу хозяйку пораньше. Ух уж эти утки. Хоть бы кто-нибудь придумал такую породу, чтобы по праздникам есть не просила. А люди ежедневно едят и пьют. А у нас еще ничего не готово. А, курсант? Мои любимые. Садитесь, я сейчас. Не могу не отметить, сегодняшний борщ лучше давешнего. А тот был лучше предыдущего. До чего же это нас доведет? Боюсь, разбалуемся, а, курсант? Так точно, товарищ начальник училища. Так точно, так точно. Для материнского борща мог бы и неуставные какие-нибудь слова найти. Так, может, добавки? Не откажемся, а, курсант? Так точно, товарищ полковник. Хочешь, не хочешь, а приказ начальства закон для подчиненного. Да вот, представь себе. Приказ, закон, спору нет, но ведь не каждое же слово приказ. Разве не так, Андрей Николаевич? Так точно. Точнее не скажешь. А ты, Ваня, скучный какой-то вроде. Надоел тебе с нами стариками, может, товарищи ждут? Никак нет, товарищ полковник. Опять никак нет. Уж не в строю, правда. Разрешите курить? Пожалуйста. Благодарю вас. А мне даже нравится, когда в доме табаком пахнет. Мой Федор тоже дымил, спасибо. Правда? Он махорку курил. Конечно, Казбек это для комсостава. А он рядовой был. И остался. Ну и что? Был бы жив, дослужился бы. Скажите, а у вас в армии через сколько лет чин следующий дают? Звание. Присваивают. Ага. Зависит от боевых качеств офицера, политических. Но еще очень много зависит от того, какая у офицера жена. Скажи мне, кто твоя жена, и я скажу, быть ли тебе генералом. Ну, этого еще 20 лет ждать для некоторых. Спасибо. Мне пора. Надолго? Не очень. Только оркестр закончит играть. Через полчасика приду. Наш оркестр лучший в округе. Люблю полевые цветы. Курсант, шагом марш на дом купаться. Здравия желаем, товарищ полковник. Вольно, вольно, ребятки. Разрешите идти, товарищ полковник. А да-да, иди, Ваня. Курсант, можете быть свободны. Решите, помогу, Клавдия Петровна. Спасибо, я сама. Извините, что спать вам мешал сегодня. Не спалось, думал. Даже на Дон ходил. Комаров там тьма. Туман над водой парит. Давно я ночью на реке не была. Товарищ полковник. Ну, какой вам полковник, Клавдия Петровна? Пока что в рядовые я вас себе не произвела и не обещаю пока что. А за цветы спасибо. Но если это все-таки Ваня принес? Тогда спасибо за воспитание. Извините. Да? Да-да, слушаю. Так. Есть. В округ вызывают срочно. Мои утки тоже в воскресенье не признают, как видите. Может, привезти что-нибудь для вас или для детей? Возвращайтесь, Андрей Николаевич. Есть.
разгром, что ли? Павелы стреляют. Мам, я есть хочу. Райхан, а я... Сыть вы, горласты. Нету. И взять негде. Лошади голодные. Лошади молчат, ты молчи. А то сейчас все загомонят. Они не загомонят, они просто упадут. Танка настоящая. Стой! Стой! Назад, назад, здесь нельзя. Запретная зона, назад. Куда же нам теперь? У нас дети голодные. Лошади не кормлены. Вы что, не понимаете? Запретная зона. Да что они понимают? Это люди с дореволюции. То Роману Чавосан? Я по-цыгански не понимаю. Ну и куда же нам теперь? Берите правее мимо хутора. Я есть хочу. И я хочу. Сейчас накормлю батагом. Спите лучше. Нечего, нечего на детей орать. Никто не виноват, что ты в год подвое рожаешь. Так уж и никто. Другие цыганки за своими мужьями, как за каменной стеной. Эй, дома да молчи, свои имеют. Шалара, у тебя что ли дома не было? Кто первый сказал традос чавалы? А ты меня так и послушал. Послушал. Ты решила и все. Дык, так надо же кому-то быть мужчиной. Кто-то же должен решать, Бэнк Мантелел. Ох, женщина, схватишь у меня батага. Кажется, хутор недалеко. Мы скоро вернемся. Эй, молодая красавица, дай погадаю, расскажу, что было, что будет, чем сердце твое успокоится. Дыхмара махулята, что ты на меня так смотришь? Будто что спросить хочешь? Ты дай лучше детям поесть. Анака, Джан, Джан, царе, Джан, 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 Джан. Они для тебя и споют, и спляжут по-цыгански. Хален! Ай, да не да не да не да не да не да не ой, да не ли, да не 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 ой, мама рава хази, ём не чавару, хренца вастенца хал. Ой, да не да не да не да не да не не ой, да не да не пойдемте, ребята, я накормлю вас. Пойдемте. А хочешь, я на мужа твоего погадаю, чтобы он не пил, не гулял. Я тебе столько счастья нагадаю. Пошли. Красавица ты моя. Почему у вас кузня закрыта? Кузнеца нет. И давно? 2 года. Уволили или сам ушел? Сам ушел. Значит, мало ему платили? Вроде немало. А почему ж тогда он ушел? У меня вот муж хороший кузнец. Дай, родненькая, тебе погадай за твою доброту, за то, что детей моих накормила. Давай я тебе погадаю. Вон на лице написано. И муж у тебя есть, и дом у тебя был, и друг у тебя был, говорил, сиди на месте. И враг у тебя был, говорил, не балуй, отберу самое дорогое. А ты? Истинную правду говоришь. И враг был, и злодейка была. Ну, какая она злодейка? Она замуж вышла, бабой стала. За хорошую вышла. Правильно. Вышла замуж, хотя и не за цыгана. Как? Подожди. Разве злодейка не за друга вышла? Мишка-то был друг, а стал супруг. Ну, а тот что же? Да нехай он долго не перебирает.
А то он хочет самым честным цыганом быть. Как же это? Значит, цыганка не за цыгана пошла? А что тут такого? Цыганка на каждому желанная. На кауштан! Уштан сарай, макураска пханьем! Джан! На кауштан сарай! Джанас камин дастер, кураска пханьем! Обханная по сарай! Джан цыгас! Джан цыга дырбанга! Стой, погоди! Не уходи! Вот тебе кофта, вот платок еще совсем новый. Сейчас я вам принесу. А ты не закричи, что цыганка у тебя все покрала! Да ты что? Мои уже повырастали! Вот там, держите, ребятки, сейчас принесу еще. Не уходите! Сухарла чавала ман загаджу, когда нам он угаджу, хаси ям чуруры. Вот, вот тебе еще, сейчас еще принесу. Так, вот тебе еще, бери. А куда я яйца пересыплю? Да с корзинкой бери. Все бери. Значит, цыганка за русского вышла. А цыган-то что? А цыган ушел. Не досидел до свадьбы, ушел. Куда? Не знаю, милая, не знаю. Цыганскую дорогу. Ну где же? Не знаю. Где же тот цыган? Не знаю, миленькая, не знаю. На тебе, это на счастье. Бах называется. Чтоб твоя любовь всегда была при тебе. Дай Бог тебе огромного здоровья и счастья. А вон чё врала старый сыгадыр. Значит, не знаю. Не, не знаю. Джан, сары, джан, сыгадыр. Джан. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам кого? Здравствуйте, Клавдия Андреевна. Никифор Иванович дома? Будулай, неужели вы? Я. Сколько лет-то прошло? Не узнали. Да нет, вот сейчас узнала. Ну, проходите, спасибо. Проходите. Что же в дверях-то, господи? Что смотришь? Постарел, Привалов? Постарел. Угу. Здравствуй, Будлай Романов. Здравствуй, дорогой. Здравия желаю, товарищ полковник. Слушай, а ты не тот цыган, который служил у нас в разведке в 6-м полку, 2-й кавдивизии? Нет. Нет? Это не я. Забывать стал. Вот. Яблоки. Антоновка. Угу. Чувствуешь, в каком ты меня интересном месте нашел? Ну ладно, все равно ты мне нужен. Знаешь, в город не надо, не могу не повидаться с человеком. Ясно тебе? Конечно, ясно. Не можете не повидаться с человеком. Нет, ничего тебе не ясно. Город надо. А мы за отделением не пускает. Штрафбат. Ты у меня дома был? Был. Клавдия Андреевна сказала, что только после 5 будет. Она сегодня оперирует. Так это ж хорошо. Тогда так. Дуй на такси ко мне домой. Бери мундир и прочее, и обратно сюда. Зачем, Никифор Иванович? Держи. Не спрашивай, лейтенант, выполняй приказ.
Давай сверим часы. Так, 10 кончается обход, 12 процедуры, и тогда... Так. А как вы отсюда просочитесь? Забор же ведь очень высокий. Тренировка есть. Ой, Никиша. Пошли. Здравствуйте, Елена Владимировна. Заходите. Здравствуйте. Заходите, пожалуйста. О, разор, Елена Владимировна. Что делать? Располагайтесь. Так кто этот испанский кабальеро, Никиша? Командир разведроты. Гвардии лейтенант Романов Будулай. Прошу любить и жаловать. Сына вашего однополчанин. Помнит Алексея? Конечно, помню. Вот так. Будулай. Какое звучное имя, непривычное. Обыкновенное цыганское имя. Так вы цыган? Так точно, никуда не денешься, цыган я. Древнее племя. Да. Совсем детской душой. Точно вы определили это, Елена Владимировна. Но мне почему-то всегда жалко ваших детей. Лейтенант, бутылочку не прячь. Где? Вот она. Ну что ж, мы стоим. Мальчики, проходите. Я тебя к вечеру ждала, Никиша. Как обычно, видишь, у меня ничего не готово с этим ремонтом. Да не важно это. Главное, вы здесь в добром здоровье, а мы сыты. Вечером не могу. Еду срочно в командировку. Вместе с ним едем. Так точно, вечером. Сама не рада, что связалась с этими мастерами. Начали, бросили, и 3 дня носа не кажут. Говорят, 2 ремонта равны 1 пожару. Да уж как водится. Вы знаете, это... Не страшно. Если позволите. А что? Что вы, мальчики? Не хватало вам еще возиться с этими делами. Я сейчас. Я его не помню. Садитесь, мальчики. Картошка поспела. Как ты, Никиша, любишь в мундирах. А вы в тапочках так и пришли, Будулай? Вроде у меня таких не было. Нет, у вас таких не было. Цыган с дороги сапоги жмут. А что, очень неприлично? Что удобно, то и прилично. Так во все времена считалось. Садитесь. Алёшке вашему вечная память. Ешьте, мальчики, когда пьешь, закусывать надо. Так еще с древнего Рима положено. Вы извините, Елена Владимировна. Ну все, мальчики. А сколько вам лет? Друзья моего сына для меня всегда мальчиками останутся. А что касается возраста, женщина, конечно, может не отвечать, но я отвечу, старая я уже совсем. Ведь Алеша всего на 5 лет моложе тебя, Никиша. Я за тебя пахать не намерен. Не буду пахать. Ты тоже. Брось ты мне эти штучки. Здорово, бабуся.
А, привет. Видишь, люди уже гуляют. Пошли за него, как проклятый. Значит так, идешь на третий этаж, в 12-ю квартиру, понял? Ну. Шаруй. Когда же вы закончите? И сделаем. Все будет в норме, бабуся. Ты только с очка не дави, а? Гражданин, а? Подождите. Ты идешь или нет? Ага. Да сейчас, иди, дай с человеком поговорить. Васька, я на третий пошел. Что там у тебя? Ну, давай по-быстрому. Чего, хозяин? Эту женщину зовут Елена Владимировна. Ты меня понял? Елена Владимировна. Если ты в 3 дня не закончишь ремонт, пеняй на себя. Иди. Ежели чего, то я все понял. Целую, что вон прощаешься, Никиш. Прощаюсь. Хотя, в общем, пора нам. Время. О, как же тебя угораздило, цыган, сапоги дома оставить? Я весь дом обыскал. Наверное, Клавдия Андреевна починку снесла. Ну, вряд ли они мне теперь понадобятся. А помнишь, как, когда меня под Гниловской шибануло, а ты меня в камышах нашел? Помню. Я вас в госпиталь вез. На полпути вы стали расстрелом грозить. Если я вас обратно в час не свезу. А ты как думал? Значит так. Прихожу я к ней каждый год в этот день. День рождения ее сына и моего друга. Запомни этот день. Не бросай ее. Мало нас осталось. Да вы поймите, я же цыган. Ну что я могу без гитары? Достаньте гитару, прошу я вас. Я ему сыграю, и вся боль пройдет. Поймите, здесь больница, не положено. Положено, все положено. Положено. Он видит меня, цыгана, а гитару не видит. И сразу волнуется. Ему нельзя волноваться, у него операция. Да. Ему нельзя волноваться. Достань гитару, прошу тебя. Подождите, я у строителей спрошу. Была у кого-то. Давай. Внимание! Закрывайте глаза и открывайте уши. Не нужно жалеть, ведь мы б никого не жалели. Мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом чисты. На живых порыжели от крови и глины шинели. На могилах у мертвых расцвели голубые цветы. Расцвели и опали, проходит за осень. Наши матери плачут, и ровесники молча грустят. Мы не знали любви, не изведали счастья ремесел.
нам досталась на долю нелегкая участь, солдат. Это наша судьба, это с ней мы ругались и пели, поднимались в атаку и рвали над Богом мосты. Нас не нужно жалеть, ведь и мы бы никого не жалели. Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты. Петровна! А? Петровна! А, никак опять гостей ждешь? Жду не дожду, а всегда рада. Хороший дом и гостей хороших приваживает. Да говорят, у тебя целый табор гостевал, все цело, ничего не убыло. Да нет, Тимофей Ильич, эти гости сами с гостинцем, спасибо им. А ты чего пожаловал? Да вот, шел мимо. Петровна, а как у тебя насчет дров-то? Я ведь распорядился, чтоб машину привезли. Спасибо. А че это ты вдруг такой щедрый? Ну как че? Доля моя такая, председательская. Я лучше скажу. Вот есть мужской пол, есть женский, а есть военный. Да, знаешь, переполох от них на хуторе, ужас просто. Бабки старые те, цветастые платки из сундуков повытаскивали и по ночам гуляют, а на работе спят. Ну, это ничего, ничего. Особо для винограда это даже полезно. Лоза и любовь. Они ведь одним соком полнятся. Ну, а без любви лоза и не родит, верно? Значит так, виноград созрел, нужно убирать, да? Вот что да, то да. А подвал наш колхозный, и мал, и стар. Не примет он нынешнего урожая, просто никак не примет. Я даже вот что думаю. Клавдия Петровна, я вот посоветовал с тобой, как ты вот... А ты проходи, проходи. Петровна, сейчас посоветуемся. Проходи, Тимофей Ильич, садись. А не натопчу? Да нет. Я вот что думаю, Клавдия Петровна. А что, если эти военные вместо своих учебных блиндажей соорудили бы нам погреба, а? Хоть три накат, хоть шесть, хоть бомбы непробиваемые. Им для учений, а нам для дела хорошо. Вот как ты по этому вопросу думаешь? Я вообще-то, честно говоря, зашел насчет дров. Ну, заодно и с полковником твоим потолковать. С моим? Заодно. А что стесняться-то? Детей ты вырастила, сын у тебя оперился, а дочь? А дочь, она завсегда отрезанный ломоть. Пора и себе подумать. Да, да я в колхозе заодно. Вот ты понимаешь. Понимаешь, что колхозу с нынешним урожаем не справиться. Негде ему этот богатый урожай хранить. А училищу, оно еще и полезнее, чем вон там. За хутором в мягком грунте рыть, лучше здесь как следует подолбить. Да. Соображаешь? Да. Я-то вообще твоему уже намекал. Но надо бы еще. Ему-то это ничего не стоит, а колхозу... Да и колхозу недорого встанет.
Машина дров. Ну, ну что ты говоришь, дрова? Да что, тебе в обиду, что ли, Петровна? Да нет, спасибо тебе. Ну? Только нынче дрова твои ни к чему. Как так? Да ведь в городе паровое отопление. Вопрос решенный. Надо же. И давно? Только что. А что ж я перед тобой распинаюсь? Тимофей Ильич! Тимофей Ильич! Тимофей Ильич! Чего? Миша, вызови сюда старшину Поликарпа Тарасыча. Опять? Он ругаться будет. Я тебе риску дам. 4. На тебе 4. Сколько раз тебе говорил? Мальчишек не посылай. Того и гляди, гранату свистнут. Ты же сам велел, Карпушенька, не обнаруживать себя перед противником. Вот я и выслала разведчика. Соскучилась я, Карпуш. Давно не виделись. С утра все-таки. Мы ну, что ты стоишь? Иди, иди, иди. При исполнении, Катя, не положено. Ты что, стесняешься меня? Да наоборот. Проявляю заботу о человеке. Нет, что, я военный. Мне по профессии положено. От победы к победе, а тебе оставаться с населением. Они, известно, могут и не одобрить. А мне главное, чтобы ты ко мне по-доброму, Карпуша. Я почему пришла, Карпуша? Я спросить тебя, пришла, Карпуша? Я нынче свининку зажарила. Свининку? Я спросить хотела, чем ты ее уважаешь, с луком или как? С луком можно. Можно. А вот приходить тебе сюда все-таки не надо. Женщинам здесь не положено. Не положено? Нет. А почему? Положить некуда. Нет. Нет. Не поэтому не положено, а потому что здесь материальная часть. Ах, а женщина, она ведь не материальная. Не материальная? Нет. А какая же? Духовная. Духовная. Ну, приходи пораньше. Как стемнеет. Дела. Дела. Устал ты, Карпуша, рыбка моя. Ну, опять ты за свою. Какую эти рыбку? Товарищ старшина, разрешите обратиться? Разрешаю. Курсант Тарасенко для получения белья прибыл. Вас понял, вольно. А в вашем вопросе, Екатерина Филипповна, мы разберемся. Не сейчас, конечно, но рассмотрим. А пока прошу извинить. Служба. Служба. О, Мишка. Мишенька. Служба. Лампам. Здравствуйте. Здравствуйте, Клава. Здравствуйте. Ну, как Здравствуйте. Вы? Здравствуйте. Да нет. Ну, как? Живее. Нормально. Ну, ты с него даже денег не берешь. Ну, хоть сухим пайком. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Помощник. А на да. Что и сухой паёк? Может, оно и так окупится. Андрей Николаевич, ну что это вы? При народе, при параде и с ведром. Все правильно. Пусть курсанты видят. Военный должен уважать старшего по званию. А женщина это всегда верховный главнокомандующий. Нет, кроме шуток, я как начальник училища обязан думать о воспитательном значении поступка. Ах, вы не для меня это сделали. Тогда тем более ищите другие примеры для воспитания курсантов. Клавдия Петровна. Но мне кажется, я еще чем-то провинился, Клавдия Петровна.
А вот чем хоть расстреляй, не пойму. Как же тут не понять? Хороший человек. Помочь решил бедной женщине, вдове фронтовика. Воды наносить, дров раздобыть у председателя колхоза, не знаю, по службе или по дружбе, как там у вас? А да-да, был такой разговор, он мне насчет одного фортификационного сооружения. Мол, в колхозе средств не хватает. А ему, мол, на что же так поистратились? Уж не колхозникам ли решили помочь? Только что же здесь плохого, Клавдия Петровна? Все ясно, мужской разговор. Ты мне, я тебе, а ты ей. А чего же не помочь своей хозяюшке чужими-то руками? Я, слава богу, свои еще не отсохли, справлюсь. И с домом, и с благодетелями непрошенными. Я ведь от всей души, Клавдия Петровна. Поверьте. От большой души до широкого кармана. А вы подумали, как я своим детям объясню эту вашу заботу? Подарки ваши. Ну что ж, вы правы. Вы правы, Клавдия Петровна, не додумал. Извините. Простите великодушно. Возомнил Бог знает что. Виноват, справлюсь. Ну вот и исправляйте. Есть. Завтрашнего дня. То есть? А то и есть. Съезжайте от меня. Как съезжать? Куда? А в любой другой дом, где дров еще на зиму не запаслись. Таких много, так что примут. Клавдия Петровна, но... А, сынок? Здравия желаю, товарищ полковник. Ужинать будешь? Да я вроде не голодный. Нет, садись. И мы с Андреем Николаевичем заодно, верно? Да-да. Молочка бы сейчас холодного. А потом на Дон можно искупаться, а, Ваня? Я во дворе умоюсь, товарищ полковник. Угу. Спасибо, Клавдия Петровна. И примите извинения. Вы правы целиком и полностью. Извиню. Благодарю вас. Когда съедете? Завтра. А? Прошу явиться в 20:00. Объект танцплац, форма одежды, парадная. Так точно. Разрешите исполнять? Я, Клавдия Петровна, человек военный. Понимаю, по отношению к вам я могу быть только подчиненным. Вы приказали, приказ закон. Но и военный человек. И у военного так бывает раз в жизни, но бывает, что не может он выполнить иной приказ. Вот и я считаю ваши слова несправедливыми. Приказ неправильным, исполнять отказываюсь.
Иначе перестану уважать себя, потеряю право учить других. Словом, никуда я не съеду. Придется вам терпеть мое присутствие до конца учений. Понимаю, что я вам не мил, что помеха в дому, хлопоты лишние, но придется. Простите меня, Андрей Николаевич. Виновата я. Вот так же однажды ушел один человек. Только Ване было хуже. Да и мне тоже. Забудьте мою обиду. Забуду. Забуду, что смогу. Забуду. Все забудьте. И что напридумывали себе тоже. А вот это, Клавдия Петровна, не обещаю. Кончится учение, перебазируемся в город. Застучат дожди по окнам осенние. И опять одиночество. Мое там, ваше здесь, наше при нас. Да, Андрей Николаевич, вы там, а я здесь. Вы городское, я сельское. Время пройдет, все пройдет. Говорят, что воспоминания с годами не пребывают, не знаю. Вот встретил вас, сразу столько вспомнилось. Подумайте еще, Клавдия Петровна. Жизнь уходит. Что-то из жизни уходит безвозвратно. Совсем немного нам осталось таких лет, когда еще можно что-то поправить, изменить. Подумайте. Андрей Николаевич, я хотела спросить у вас. Вот если военный человек не выполнит приказ, раз в жизни, но не выполнит, что ему тогда будет? Одно из двух. Или начальство одумается и отменит свой приказ. Или этот человек перестанет быть военным. Клавочка, родненькая, здрасте. Здрасте. Я к тебе мастеров из города привела. Идите. Автографов. Что-то я не собиралась фотографироваться. А мы, собственно говоря, не фотографируем. Но если у вас есть маленькие фотографии родственников, там, умерших, погибших на фронте, мы можем их подновить, увеличить. Многие заказывают, вот у вас на хуторе тоже. Так я хотела Кузьму и Васеньку увеличить, а заодно и ты, Федора. Федора? Да и правда, пожелтела совсем. Ну? Тогда проходите в дом. Пожалуйста. Вот. Что, только одна? Одна. Можно так, а можно с ретушью подмолодить. Ну, морщины убрать, глаза приоткрыть. Можно костюм сменить, например, галстук, пиджак. Правда, это стоит несколько подороже, но не намного. Я рекомендую. И вам приятно, и нам, для творчества. А насколько, но не намного. Да, и бумага вот. Матовая, глянцевая. Хорошо. Чинно будет. Тогда мне моего мужа Кузьму в новую рубашку, а моего сыночка Васеньку в тот галстук, который мы купили до войны, а он его так ни разу не надел. А насколько она дороже? Нет. Пусть как есть. Как был. Я вижу, здесь у вас генералитет живет. Может быть, парадный портрет сделаем? Кто он вам? Брат? Кто? На побывку приехал? Много будешь знать, скоро состаришься. Только, пожалуйста, не потеряйте, а то она одна у меня. Больше ничего, кроме похоронки. И мои не потеряйте, не потеряйте. Будь спо, хозяюшка. Фирма гарантирует. Какой у тебя номер? Чего? Дома, дома. А, шестой. Так и запишем. Шестой. Это мой муж Кузьма. А это мой сыночек Васенька. Очень хорошо. А у тебя тетка? А у меня племянников нету. Девятый. Ну что ж, так и запишем. Девятый. Федор он, а не девятый. Да вы не волнуйтесь, все будет в полном порядке. Сделаем лучше, чем были. На фотографии. А может, в соусе сделай? А что это? Ну, это как бы фоном пустить. Знаешь, зеленое как бы на лугу, голубое как бы на небе. А, давай попробуем. Да ты что, с ума сошла? Ну что ты, у тебя полковник в доме, а ты копейки считаешь. А вам, конечно, деньги вперед надо. Можно.
А у меня нету. Клавочка, родненькая, заплати за меня. То есть за Кузьму и за Васеньку, а я тебе сразу отдам. Не беспокойтесь, расплатитесь, когда принесем работы. Вдруг не понравится. Завтра новый представитель из области к нам едет. Новый метла, так? Так. Вот тут и смекни. Ну? Ну, это он меня спросит. Ну, а я ему что? Здрасте, Тимофей Ильич. Здорово, Семеновна. Ну, коровник я ему, конечно, показывать не стану. А вот свиноферму новую под шифером обязательно покажу. А клуб? Здрасте, клуб. Тимофей Ильич. Здорово, Люба. Клуб. Вон твоя самодельца, вся по кустам. Да жарко ж. Жарко. Всем жарко. Что у тебя, спят, что ли? Может, приказом приказать, чтобы они ночью спали, а не на работе? Нет, я это все прекращу. Буду по ночам патрулировать и по домам загонять. А кто это виноград-то? Не убирают. Почему? Вон корзинки валяются. Кто здесь работает? Вот, пожалуйста, Катерина. До чего она страшна стала? До чего довели ее эти бессонные ночи за доном, да по кустам? Кож да маслы, глядеть не на что. Зачем же мне по кустам? Мне и дома на пере нехорошо. И вообще, никто не может запретить мне свою норму добрать за всю мою одинокую жизнь. Да еще в запас отлюбить, потому что Тимофеич женщина. Ну ладно, ладно. Это не материальная часть. А, с тобой только свяжись. А душевная. А я разве против любви? Но если ты своими нормами мне нормы урожая нарушишь, я за себя не отвечаю. Тут ты прав. Тут твоя власть. Ничем не могу сказать. Разрешите выполнять приказ, товарищ командир? Давай, давай. Иди, работай. Да. Спасибо, Михалыч. Ну, не переживай, Тимофеич. Я и тут свое возьму. Солдатушки, брав, ребятушки, где же ваши? А что стоишь? А? Сходи во вторую бригаду. Пошел я. Все на меня. А мы, может, за тебя, правда, Нюрка? Ага. Да, я сама за себя постою. Слышь, Клаш, а что ты ждешь, что твое первое слово скажет? Ты ему прикажи, он же начальник, ему надоело командовать, он все ждет, кто бы им покомандовал, правда, Нюр? Ай, правда. Войны-то они вообще безобидные. Кто им не подчиняется, тот ими и командует. Это ты учти, мам. Учи, учи, Сокурик. А? Катя! Катерина! Ну что глядишь? Живо за водой! Господи, что с тобой? Дужно стало. Ну, вставай потихонечку. Затупила что-то. А, сейчас пройдет. Да ничего, Клаш, ничего, все пройдет. Тихонько. Да сейчас пройдет. Сейчас полегчает. Ну, полегчало? Ой, а вот уже отступила. Вот хорошо. Клаш, а? Что я спросить хотела? Катя. Правда? Похоже. Значит так, голова кружится. Да. Потом подташнивает. Потом запахи такие, ну всякие. Похоже. Значит, и я дождалась. Ты говорил, мою свадьбу играть будем, а мы твою раньше сыграем. На виноградинку съешь. Раз это, то не будет. Ты что думаешь? Он откажется? Откажется, не откажется. Мне-то какая разница? Раз это, я не хочу. А о ребенке ты подумала? Ну, ты же двоих воспитала. Ему без него лучше будет. Ну, ты хоть скажешь ему? Нет. У меня теперь забота поважнее. Все, обегала, на силу нашла. Хорошо. Спасибо, Нюрка. Ой, хорошо-то, как девки. Пойду, а то еще норму надо выполнить. Иди. Мам,
что, это всегда так бывает? Что это? Ну, это... Ох, девка, ты все-то ты знаешь. А как же? Вот Катерина до таких лет дожила и не знает. Придет время, узнаешь. Послушай, служивый, а где тетка, что здесь живет? А что вам надо? Постоялец, что ли? А где хозяйка шляется? Это моя мать. Девятый, значит, твой будет. А кто он тебе будет? Как кто, отец? Чего-то не похож. Он был батальонный разведчик, а тут писаришка штабной. Ну ладно, раз признал, гони деньги. Ну что, может, у салат хрустящий не водится? Да, кстати, вот за ту тетю из шестого двора твоя мама обещала отдать. Сколько? Вот это самый раз будет. Ты эту победу также заработал? А тебе какое дело, курсант? Взял и заработал. Ты бы лучше на кладбище могильщиком пошел. Все-таки веселее. Там скучно. Между прочим, могильщики покойникам глаза закрывают, а я им открываю. Благородная миссия, чтоб не забывали. Ладно, вот тебе копия, вот тебе оригинал, забери. А денежки тебе, надеюсь, полковник отдаст. Он, между прочим, большую зарплату получает. И я надеюсь, твоей маме он не откажет. Ну ты что? Ты что, с ума сошел? Солдатик, только тише. Тише. Плакать громко не надо. Успокойся! Ну чего? А? Еще хочешь? Что, не хватился? Тогда получи! Вот. Эй! Слушай, ты. Слушай, вот это не надо, слышишь? Я все-таки получаш. Ты чокнутый! Ты! Иди ты! Дурак чертов! Ну что, домой пора? Пусть темнеет, а то светится. Как я деду покажусь? Офицер должен держаться так, чтобы следы на противнике оставались. Да. Дед не оценит. Вот Виолетта оценила бы. Приеду в город, запишусь в боксерскую секцию. Здорово, служивая. Стой. Закурить не найдется ли, а? Однако тебя цыган научил кое-чему. Это где ж ты столько медалей-то нахватал, а? Было дело. Стало быть, по делам. А кому? Тебе или ему? Положено бы ему, досталось мне. Ну, это еще и лучше. Не за дело, значит, за науку поплатился. Так, а коль за науку, так не жалко. Ну, спасибо. Идем. Это что за цыган? Да был тут один. Да весь вышел. Слышь, Игорек, а ты вот без Нюрки смог бы прожить? Нет, конечно. Хотя, может, смог бы, как раньше. Но это разве жизнь? А она без тебя? Не знаю, не спрашивал у нее. А тебе она не говорила? Да обмолвилась как-то, что говорит, жить без нее не могу. Что, так и сказала? Значит, все, она врать не станет.
А вот представь, что вы поженились. Представляю. Семья у тебя, дети. Представляю. И вдруг хлоп? Не представляю. Да нет, я не про то. Ну, там война, к примеру, боевое задание, и хлоп. Хотел бы ты, чтобы она за другого замуж вышла? Или пусть всю жизнь тебя помнит? Полюбить другого не значит забыть прежнего. Я вот тоже любил, помню, даже в 9 классе. А я знаю одного человека. У него жена в войну погибла, так он ей до сих пор верность сохраняет. Мать и сейчас ее могилу убирает. Могилу? Ну да, в которой его жена схоронена. Ну вот видишь, даже могила и то одна не осталась. Для себя старается. А что, что я такого сказала? Я ничего. Видать, напрасны его старания. На пенсию-то ему еще рано. А я отсюда никуда. Не обижайся на меня, мам. Ты у нас очень хорошая. Красивая даже. А твоими стараниями скоро бабкой сделаюсь. Вон Катькин хахаль к нам направляется. Она тебе не Катька, а Катерина Филипповна. И не хахаль, а квартирант. Каково тебе было, если бы об матери твоей вот так? Товарищ начальник училища, старшина Пилипчук, по вашим приказаниям... Вольно, Поликарп Тарасович. Проходи, садись. Отличная физзарядка. Иногда пожалеешь, что в городской квартире не хватает печки, да? Так точно, не хватает. Для сугреву. Для сугреву. Ты проходи, садись. Решить помогу, товарищ полковник. Не следует и не требуется, сам пока справляюсь. Ты с моей хозяйки дров не колешь? Не требуется пока. Так справляюсь. Знаешь, зачем я тебя сюда вызывал? Никак нет, не догадываюсь. Ты проходи, садись. Ну что, гуляют ребятки-то наши, а? Вечером куда не пойдешь, везде смех, поцелуйчики. Старшинский состав не успевает пресекать. Большая рассредоточенность по квартирам. Но стараемся. А может, не стараться, Поликарп Тарасович? Полагаю, после окончания кое-кто за невестами сюда приедет. Как думаешь, Поликарп Тарасович? Кое-кто, возможно. Ну, а как тебе данный хутор нравится? Не хотел бы сюда в отставку? Никак нет, не хочу. В отставку. Я понимаю, мне тоже школа нравится. Ребятки, а какая река здесь, рыбалка, воздух какой? Воздух? Гражданки, ты сама в себе. А в армии у меня ни о чем голова не болит. Не, что касается службы, все исполняют. У курсантов сапоги целые, все на той неделе проверял. Харч на уровне. Нет, кому-кому, а мне в армии дышать легче. Ну, это по службе, а кроме-то тебе ничего не надо. Ну, допустим, была бы у тебя семья, ребенок. Какой еще ребенок? Не может такого быть, товарищ полковник. Это все, извиняюсь, бабий треп. Она такая, она и соврет, недорого возьмет. Она? Не верьте вы ей. Им вообще верить нельзя. Вообще никому? Никогда. Была ведь у меня жена. Была. Я на фронт, а она за другого. Хоть бы дождалась, может, убьют. И с тех пор я ни одной из них не верю. Любовь, ля-ля. Я и слушать этого не хочу. Я только мстить им хочу. Мстить, говоришь? А вот меня тоже не дождалась, хотя обещала. Грозилась. В покое не оставит, пока генеральши не сделается. А вот оставил в покое. Угнали ее на чужбину. Пропала. И я им мстил. И до сей поры не знаю, отомстил или нет. А
ты, выходит, тоже мститель. Так точно. За любовь. За измену. И многим ты отомстил? Не считал. Ну ладно, ты иди пока. Иди. Стой! Кругом! Смирно. Кругом шагом марш отсюда. Стой. Старшина Полепчук, я вызывал вас насчет питания для курсантов. Вводите в рацион побольше овощей, поменьше концентратов. Исполняйте. Слушаюсь, товарищ полковник. Мама. А может, все-таки подвезу до хутора? Нет, я одна. Ой, а ты как же? Ну, ты меня здесь обожди, ладно? Да ну, как-нибудь сориентируюсь. Не зря же я на цыганке женат. Ой, Миш. Чего? Ты только под обстрел не попади, ладно? Учебный же. Ты осторожней. А может, все-таки подвезу? Я одна. Очень строго, пыльная дорога, долгая дорога, жить и умирать. Знаю, дара немногим, жить одной дорогой. И я верю, как в любовь свою, длинную дорогу, вечную дорогу. Добрую дорогу в нее пою. Знаю, остается, как вода в колодце, как прожить прожитую рассказ. Чистая дорога, светлая дорога, добрая дорога, жизнь после нас. Thank you.